вот перевод книги. Сейчас вот я помню, что в предисловии у вас написано, что вам не нравился перевод, и вы решили сделать свой проще, понятнее. Нет, я никогда не читал русских переводов Гиты, пока не начал работать с ним, потому что первые 4 станции уже хватает мне, чтобы увидеть, что этот человек а. не знает русского языка, и б. не понимает, о чем сказано в книге. Ему понравилась книга, он решил ее перевести очень красиво, мудро, похоже, но у него нет чутья языка. Нельзя. Это уже преступление. А если ты еще нет чутья языка, еще не понимаешь, что там сказано, простите. Мысли летят клочьями дыма, и все неизъяснимо. Для этого перевод сделали, чтобы, да? чтобы люди могли, кому интересно, могли прочитать, по крайней мере, мою версию. И они будут знать, о чем книга. Вот и то же самое со всеми моими интервью. Я стараюсь говорить просто. Ну, у книги, по крайней мере, есть какая-то высшая цель, во всяком случае. Нет, у нас ни у кого нет высшей цели. Я переводил ее просто потому, что я считаю, что во Вселенной вот этого не хватает, и некому этим заняться. Придется мне.